В Актюбинской области выявлены факты неэффективного использования бюджетных денег. Аванс в 1 миллиард тенге перечислили подрядной организации, которая занимается строительством противотуберкулезного диспансера на 300 коек. При этом стройка простаивает с февраля 2017 года. По словам замакима региона Олжаса Смагулова, в проект были введены корректировки после того, как выделили 30% от всей суммы. Однако у председателя счетного комитета Натальи Годуновой другая информация. Было понятно, известно, что проектно-сметная документация не соответствует нормам, да? Непонятно, как госэкспертиза дала на нее заключение, это первый вопрос, да? При том, что проектно-сметная документация не соответствует, и вы понимаете, что ее нужно корректировать, и вы уже приняли решение о необходимости корректировки этой проектно-сметной документации, вы выделяете аванс. Аванс в большой сумме. Чем это объяснить? В 2016 году начато строительство этого объекта. На сегодня освоено 500 миллионов тенге. На сегодня вырыл котлован, подготовлен фундамент 6 зданий. Из них 2 основных здания, 4 вспомогательных. В целом хотелось бы отметить то, что окончательное решение о получается, корректировки ПСД было принято после перечисления аванса. Причина корректировки, как вам было отмечено, это несоответствие. Одну секунду, аудиторы, руководитель группы аудита. Это так? Решение о корректировке когда было принято? 29 февраля. До или после? До. Решение о корректировке было принято до перечисления средств. Да. Ну, то есть получается, что заместитель акима области еще и не вполне владеет вопросом.